Тогда мы начинаем. Году сквозь тернии заочного этапа к нам сюда, на нашу сцену, пробрались коллективы, естественно, из города Новосибирска, из города Москвы, из города Бийска, Барнаула и село Лесное Алтайского края. Это, безусловно, обмен эмоциями, потому что очень много интересных ребят, очень много мастер-классов, и это незабываемые впечатления, которые я очень рада получать. Народ собрался, также молодой, талантливый. Все будет здорово, но не так, как в прошлый раз. Во-первых, это опыт. Поэтому, если какая-то появляется такая возможность, я всегда только за.